Hey, всем привет, это я, Аленчик, и я делаю подарочки на Пасху. И если вам интересно, из чего я делаю свои поделочки, это такие салфетки, губки и подложки для кухни, для посуды, для уборки. И этот материал очень похож на фетр, но он лучше, потому что есть и разнообразие цветов, и есть на них рисунок, и некоторые изделия потолще. И, кстати, их изготавливает наш молдавский производитель Fresh & Joy. И эту продукцию можно найти практически в любом магазине, в том числе и в Метро. Если что, я оставлю ссылку в описании на Facebook, где их можно найти. Ну, а мы продолжаем. Приятного вам просмотра. И надеюсь, это видео для вас будет вдохновляющим и полезным. Поехали! Надеюсь, это видео вам понравилось. Если понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал. И помните, глаза боятся, руки делают. Берегите себя и до новых встреч. Пока!